Сима сказала, что у меня очень красивое платье, что я должна пошить такие же. Свое я пошила, конечно, гораздо быстрее, потому что не особо старалась. А теперь вот что я выделываю для того, чтобы порадовать и вас, наши дорогие друзья, девочки, принцесски, кошечки. Вот так вот выглядит одна из деталей предстоящего платья. Точнее, даже не деталь, а уже собранное нечто. Это рукавчик вот будет когда-то. Тут не особо все понятно. Сюда пролазит головушка. А это миллион рюшечек, которые потом будут пришиты к платьичку. Вот это все выбирается, собирается. А это, собственно, выкройки самого этого платья. То есть можете себе представить, насколько сложно обстоят дела в сборке. Будет юбка этого же платья. Повторюсь, это прекрасная моя любимая ткань, на которой можно рисовать. Далее получается вот такая вот медузка странная, огромная такая штука. Такие у нее отросточки. Это будет когда-то рукавом. Вот как красиво все внутри будет. Вот осталось сделать пару швов, и мы увидим, как это будет выглядеть. Вот так вот пару шовчиков, и вуаля, мы уже видим, что это что? Платьичко. Как всегда. В общем, вот, сама все парю, глажу, строчу, как Золушка, стараюсь, чтобы девочки ходили красивые в платьях с рюшечками. Виктория не пришла, вон ее место. Доказательство о том, что существует тут Виктория иногда, только ее кофта. Ну, собственно, осталось покроить еще немного деталей, и платьичко будет готово. И вот, наконец-то, платьичко готово. Мажестик. Рюшечки, которые вот такие серенькие. Их практически не видно, но когда вы двигаетесь, они так. В общем, носите на здоровье. Платьички скоро уедут в магазин.